Русский народный ансамбль страны, но ясное дело, под моим управлением. Под твоим управлением, Надя, может только трактор в коровник врезаться. А главный... Посмотрим, как ты запоешь после того, как запою я. Неплохо, сестра, неплохо. А теперь послушай, что я тебе скажу. Последним за глаза называешь ты меня попсою. Говоришь ты гадости не зря. Славу у тебя я забрала. Если образ русской бабы примеряешь на себе, почему тогда живешь ты непривенчанной сне? Почему без коромысла ходишь ты в конце концов? Ты мужей не выбираешь из солдат и кузнецов. Большая разница. Лучшее пародийное шоу страны на Юмор-ФМ. Хорошая погода на Юмор-ФМ. Представляет лето Айс-Драйв. Никакого драйва на дорогах, по крайней мере, только, видимо, в кафе Кофехаус. Он может присутствовать. Общественный наземный транспорт стоит. Пробки 8 баллов из 10. Суммарная длина пробок и затруднений на основных улицах города 660 километров. Изменения к предыдущему часу портал Яндекс пробки не уточнили. Крупнейшие пробки МКАД внутренние в Ржавке до Ленинского 2 часа. Третье внутренние. От Лосиного острова до энтузиастов 47 минут, также внутренние от Куркинской эстакады до Дмитровки 1 час, набережные Туполева, Сыромятническая и другие от улицы Радио до Ленинского проспекта. Чтобы он ее мог показать всему сообществу и рассказать об этой, собственно говоря, истории. В ответ тот прислал ему фотографию рыжей кошки с умиротворенным лицом, мордой, которая ласково держит руками его.
машину. О том, что завтра путь не близкий, расправив крылья, полетит. О том, что жизнь глупа без риска, и правда все же полетит. Ночные песни, птицы вещи, не стали пищи для души. Я помнил друг, простую Диско, уля-ля. Да, немножко не в ритм, но зато клево. Мадонна на Европа Плюс, Hang Up. Супер вещица. Далее приготовил для вас суперхита 2012 года. Здесь будут Иван Дорн, его Stitch Man, чуть ранее Pitbull и King Crown International Love. Мечтаешь попасть на 2012? Нет. Кратчайший. Апреля по 20 мая 2012 года в салонах Kia у тебя шанс выиграть чемпионат России и Греции. А евро рукой подать. Информация об организаторе. Проведение количества призов и порядке их получения на сайте euro2012.kia.ru. Акция проходит с 20 апреля по 15 июня 2012 года. Чувственный, яркий, свежий. Откройте для себя новый аромат Azzaro Pur Homme Le в магазинах Lidl с 1 по 31 мая. И получите шанс попасть на концерт для сердца Мьюка. Информация об организаторе конкурса, сроки его проведения, количество подарков, сроков, месте и порядке их получения на сайте lupai.ru. Специально для России. Особая серия автомобилей от Mercedes-Benz. Комплектация автомобиля со специально разработанным набором серийно поставляемых в Россию. Mercedes-Benz. Класс на 390 тысяч рублей. Экласс на 1 миллион 90 тысяч рублей. Особая серия. Цены. Предложение от ПАО Mercedes-Benz Bank Plus для наших особенных клиентов. Подробности на сайте Mercedes-Benz.com. 699 тысяч?
699 тысяч. 699 тысяч. 699 тысяч. 699 тысяч. Не мешайся, знай, 699 тысяч рублей. Сделаем в Украине. Миша, надежно. Помните словом, а он будет импортировать. Миша, дети, смотри, сколько. Система будет. Десятка не будет. Для России. Быстро и стремительно поставь ваши деньги в любую точку страны. Вместе на сайте Почта России. Всякие эти читают коробка передач. Системы 2 ТЕФОС. Уход. Капитный. Минутой рыбы можно сейчас. Поздравлять Лёшу. Иду спать. 1 августа. Рейс Москва-Архангельск. Утро посуетится архангельский экипаж. И особенно выделяется один архангел. Очень милый парень. За весь рейс не сказал ни одного слова, без уменьшительно-ласкательного суффикса. Доброе утречко, дорогие пассажирчики. Поднимаемся по ступенчикам, по трапику, входим в салоник. Не топимся в проходике, садимся в креслице, пристегиваемся ремешочком. Туалетик в хвостике, экипажик в носике. Если что, жмите на кнопочку, прибежит сердечко. Что желаем? Газетеночку, журналюшечку, чаечек, кофеечек, вафельку. Я беру вафельку. Читаю. Фабрика Ротфронт. Думаю, интересно, как он скажет это название? Говорю, простите, а вафелька какого заводика? Он мне, а что вы не видите? Ротик-фронтик. 1 февраля. Поезд Москва-Рига. Иду по вагону, прохожу мимо стоп-крана, смотрю, кто-то написал, наверное, из наших. Если ехать стало лень, дерни эту хренотень. Прихожу в вагон-ресторан, официант-латыш приносит мне томатный сок. Тут поезд качнуло, стаканчик опрокидывается прямо мне на брюки. Невозмутимый прибалт спрашивает, томатный сок? 10 февраля, мы в Питере. В Питере есть супермаркет, называется «Яблочко». Я зашел, не пожалел, наблюдаю... Thank you.